про моего лучшего друга от рождения до смерти? Мы узнали. В 2015 году ездили в Google-офис, там даже я был. Всю историю Игоря Хэппилайма. Но вот незадача, мы никак не можем туда попасть. Его друзей. Здравствуйте. Да что за компашка у нас? И даже его родителей. Это реально мама Игоря, прям вообще точь-в-точь копия. Но всему когда-то приходит конец. Сегодня мы узнаем, как умер мой лучший друг Игорь. Потому что мы снова проходим карту Хэппилайм от рождения до самой смерти в Майнкрафте. Я, кстати говоря, лысый. В это, конечно, сложно поверить, но это уже третья серия по этой карте. Я надеюсь, что она будет последней, потому что сегодня мы поиграем за старого Игоря. Почему он так смешно выглядит? Если ты вдруг не смотрел предыдущие серии, тыкай прямо сейчас вот сюда на подсказку, потому что если ты не посмотришь, то не поймешь, каким Игорь, например, был в детстве. Милым, хорошим мальчиком. Ну а каким Игорь будет в старости, мы узнаем прямо сейчас, потому что я уже прямо сейчас хочу нажать на этого старого дедугана, пердуна Игоря. И с ним немножечко поболтать. Привет, Игорь! Ну и что тебе от меня надо? Привет, я Игорь, ты что, не узнал меня? Ну, пару морщин появилось, усики отрастил, борода. Не, в принципе, узнал. И не смейся, посмотрим, как ты будешь выглядеть в 72 года. О, нифига, не, ну слушай, для 72 лет Игорь даже ничего так сохранился. Так вот, я и мой верный пес Картошка застряли на необитаемом острове. Где-то я это уже видел. Даже не знаю где. Да и выбраться мы оттуда не хотим вовсе, но все равно что-то не так. Поможешь? Так, то есть вы застряли на необитаемом острове, но выбираться вы тоже туда не хотите. Вы какие-то странные. Ну ладно, давай посмотрим, что у них там происходит. Нажимаю вперед! Окей, как я понимаю, мы с тобой появились на необитаемом острове, и ты посмотри, Картошка! Ну и, конечно, меня уже превратили в старого Игоря. Слышь, лайк поставь. Окей, мы с тобой на необитаемом острове, но я вижу там еще один остров. Это типа два необитаемых острова. Ну ладно, хорошо, видимо, мне нужно поговорить с Картошкой, потому что никакого задания у меня до сих пор нету. Ну-ка, Картошка, поверь. Нет, Игорь, мы уже 20 лет на этом необитаемом острове живем. А ты до сих пор себе даже жену не нашел, дебил. Ты себя-то видел? Ты уже дед-пердед, так и помрешь один. И я тоже. Чего, блин, ты слышишь это? Это не я сейчас говорил, клянусь. Нифига себе, даже в этих картах уже озвучка появилась. Так, хорошо, у меня есть два варианта. А где я тебе тут жену найду? И заткнись, тупая собака. Не, ну Картошка не тупая собака. Ну ты посмотри, какая миленькая. Подожди, то есть Игорю 72 года, и он до сих пор не нашел себе жену. И Картошка говорит найти ее на необитаемом острове. Где я найду жену на необитаемом острове? Он на то и необитаемый, что здесь никого как бы нету. Ты что, совсем дебил? На соседнем острове жила такая красавица, а уже бабка старая. Ну хоть что-то. Других девушек тут нет. Так мы на этом острове не одни с Картошкой. Тут еще все это время какая-то бабка жила. Нет, то есть подожди. Игорь и Картошка попали на необитаемый остров. И они попали, соответственно, с какой-то молодой женщиной. Они все это время с ней жили. И она уже успела состариться. А Игорь до сих пор с ней не познакомился. А как мне добраться до соседнего острова? И не хочу я с бабкой встречаться. Не, ну на самом деле, как бы я не особо хочу с бабкой встречаться. Но это же Игорь, и ему уже 72 года. Он сам дед-пердед. Ему кто нужен? Конечно, только бабка ему и нужна. Окей, как мне добраться до соседнего острова, Картошка? Так, новое задание, плод любви. У тебя уже совсем склероз, дебил. Ты же тут на острове где-то оставлял сундук с деревом. Вот найди его и скрафти себе лодку, дебил. И меня не забудь, я тут один не хочу оставаться. Ладно, пошли, Картошка, пошли со мной. Все, ты идешь за мной, мистер Картошка, пошли. Ты на жопе будешь кататься? Тебе нормально, да? А подожди, а где мне тут дерево найти? Вот это нужно собирать? Погоди, я это дерево не могу собрать. У меня геймод 2 включили. Даже траву собрать не могу. Картошка, нифига себе, ты починилась. Я же играю за Игоря. Почему я не знаю, где я сам спрятал это странное дерево? Ты посмотри, тут везде дерево валяется. Почему я не могу его забрать? Но здесь все не так просто. Здесь по-любому... О, это паркур опять какой-то. Подожди, мне нужно на дерево залезть, я не понимаю. Хотя там вроде и сундука никакого нету на дереве. Может, мне туда вообще не нужно залазить? Ладно, окей. Окей, давай поищем где-нибудь вот здесь. Вот под каждым деревом буду... Опа! Смотри, что я нашел, Картошка. Какой-то сундук. Ну, конечно, ты посмотри, сколько здесь дерева. Это просто капец. 3 стака дерева Игорь насобирал. А вот здесь я как раз-таки видел верстак. А это значит, что мы прямо сейчас сможем сделать лодку и отправиться на соседний остров за этой мадемуазелью. Ну, которая вот та самая. Опа. Отлично, теперь плыви к бабуле. А, это у меня все это время такое задание было. И новое.
новое задание, пикап мастер. Так, погоди-ка, это нужно прочитать. Пикап мастер, запекай бабушку Нюру на соседнем острове. То есть где-то вот на этом острове тусуется какая-то бабушка Нюра, которую мы будем пикапить. Я надеюсь, хотя бы она красивая. Ну, Игорь, мне кажется, достоин красивой мадамы. Давай, давай, картошка, садись в лодку, дебильная картошка. Картошка, а тебе там удобно, да? Нормально все? Я, конечно, в этом не уверен. Ну ладно, раз картошка ничего не... Вместо турбины у нас хвост собачий. Разгоняемся. Это дрифт с картошкой. И мы уже подплываем к нашему острову. И где-то на этом острове должна быть бабушка Нюра. Я уже... А, стоп, подожди, я обратно вернулся. Вот я дебил. Давай, картошка, там покрути хвостом, чтобы было быстрее. Ну, давай, 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 что ты так медленно плывешь? Все, мы уже почти на месте. И я уже вижу какую-то красную палатку. Видимо, как раз-таки там эта бабушка Нюра и тусуется. Так, картошка, давай, вылазим, вылазим из лодочки. Погнали, погнали знакомиться с бабушкой Нюрой. Ты у меня красивая собака, должна произвести хорошее впечатление. Ну да, в принципе, очень даже красивая мадемуазель. Блин, ну слушай, очень даже, наверное, в молодости была красивая. И сейчас тоже вообще, во. Смотри, Игорь, это любовь всей твоей жизни, скриншот. Ребят, делайте ваши скриншоты, фотографируйте. О, здравствуй, милочек. Капец у нас вариантов ответов. Бабуля, погнали на лодке кататься. Ну, мне кажется, вряд ли такой ответ нужно вообще делать. Бабуля, твои обвисшие стички. Просто прекрасно. Не, мне кажется, если я так скажу, то она меня точно нафиг пошлет. Мы можем сказать просто «Здравствуй, красотка», и не хочешь оседать. Не, давай чисто ради прикола скажем, что ее обвисшие титечки просто прекрасны. Слышь, дед пердун, ты на свои посмотри, а ну иди с глаз моих долой. Картошка, кажется, у нас не получилось ее запекапить. Мне кажется, самый адекватный вариант здесь это просто сказать «Здравствуй, красотка». Давай, «Здравствуй, красотка». А ты тоже ничего, я бы даже сказала «Красавчик». Тряхнем стариной. Нюра, я люблю тебя. Нам все равно недолго осталось, может, ну того. И ты мне нравишься. Так, ну давай сразу по-жесткому пойдем. Нюра, я люблю тебя. Ты что, решил пошутить надо мной? Мы же еле знакомы, о какой любви ты говоришь, дед? В смысле, дура, ты старая, я люблю тебя! Любить меня! Да, да я люблю тебя! Здравствуй, красотка. Ладно, хорошо, давай скажем, ты мне нравишься. Окей, просто ты мне нравишься. О, нормально! Ах, Игоречек, ты мне тоже всегда нравился, но я стеснялась тебе подойти. Я согласна быть с тобой всегда, вот только горе у меня. Какое у тебя горе, бабушка Нюра? Что случилось? Ха, ну тогда пошли, тряхнем стариной. Какое горе, со мной всегда все будет четко. Да собачка моя пропала. Девочка моя такая хорошенькая, Редиска зовут. Я на часик задремала, а ее уже нигде нет. Не смогу я счастливо жить вместе, если не найду свою красотку. Не переживай, баб Нюра, я все найду, всех приведу, все будет, во. Задание завершено, ура, теперь ты нравишься Нюре, продолжай пикапить ее и будешь счастлив. А, ну я в принципе уже запикапил, нормально тогда все. Пропала собака, найди собачку бабули Нюры, Редиску. Картошка поможет ее найти. Точняк, картошка же пес, он сможет понюху ее найти. Давай, картошка, картошка, помоги мне, вот, помоги мне найти Редиску. Чувствую, чувствую! Чувствую запах самки! Она где-то в море! О, господи, что это? Померла, что ли? А я только подумал, что у меня тоже будет любовь всей моей жизни. Ага, то есть она где-то в море. Подожди, а картошке тоже эта редиска нравится? То есть, если я найду эту редиску, я не только я буду с бабой Нюрой и найду любовь всей своей жизни, так еще и картошка найдет любовь всей своей жизни. Картошка, не переживай, найдем мы твою редиску. Картошка сказал, что он учуял редиску где-то в море. И единственное, что я вижу в море, это вон там какие-то доски. В любом случае, давай попробуем туда сплавать. Картошка, картошка, садись. Ну шо ты, давай, садись в лодку, дебильный. А, ты умеешь плавать, оказывается? Тогда плыл бы там, я не знаю, докуда-нибудь, чтобы нас вытащить с этого необитаемого острова. Да ладно. Окей, я, в принципе, без картошки справлюсь. Вон, я вижу уже какой-то корабль снизу. И по всей логике, как раз-таки, редиска должна быть где-то здесь. Погоди, нужно подышать. Вначале картошка. Давай быстрее, давай, шевели своими лапами. А, погоди, вон еще какая-то дырка есть. Аккуратненько заплываем. Ля, ты посмотри, я уже вижу. Редиска, редиска, ты как, а как к ней попасть? Вот железная дверь стоит, а я ничего ломать не могу. Еще и картошка куда-то пропала. Блин, а что же делать-то? Подожди, по-любому должен быть какой-то ключ. Я уверен, тут есть где-то на корабле какой-то ключ, который может открыть редиску. Или может быть картошку позвать, чтобы он прогрыз эту дверь нафиг. Опа, подожди, по-моему, сундук есть.
А в сундуке у нас кувалда может ломать железную дверь. Ну я говорил же, должен быть какой-то ключ. Ну, конечно, не ключ, а кувалда. Блин, я сейчас задохнусь. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Фух-фух-фух, хорошо, живем, живем, живем. Не переживай, редиска, я сейчас спасу тебя, я тебя открою. Капец, а что это кувалда так долго ломает дверь? Это ж кувалда, ёханый бабай. Осталось совсем чуть-чуть, и все, все, аккуратненько, редиску затопило, редиску. Блин, а что ж делать-то? Я могу блок поставить, я не могу даже блок поставить. Редиска, подожди, подожди, дай я с тобой поговорю хотя бы. Ля, капец, какая редиска красивая. Картошка, тебе точно понравится, я тебе говорю. Ух ты, ничего себе, господи, какой красивый пес! Ой, дебил, вытащи меня отсюда, отведи меня к Юре, я застряла. Капец, что эти собаки все вечно орут? Окей, что у нас тут? Тебе понравилась картошка? И пошли скорее. Тебе понравилась картошка, редиска? Ну-ка, мне интересно узнать. Новое задание, счастливая жизнь. Нет, никто мне не понравился. Господи, какой красивый пес. Веди меня к Нюре, быстрее. Ладно, 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 идем. А вот и редиска, еще и картошке она понравилась. А это значит, что мы сделали сразу два добрых дела. Теперь верни ее хозяйке. Хорошо, редиска, за мной. Давай, давай, аккуратненько выплываем. Картошка, я иду к тебе, картошка. Я тут не один, я с редиской. Ля, ну ты просто посмотри, какие красавцы. Картошка и редиска. Мне кажется, это вообще, ну, просто шикарно. Нате вам дверь покушать. Я не понял, я выкинул дверь, она у меня до сих пор почему-то здесь. Еще и кувалда у меня осталась. Давайте быстрее, плывите за мной, ёханый бабай. Нахрен ты сел в лодку, придурок. Вылезаем, вылезаем. Давайте потом понежитесь, потом понежитесь. Нужно вначале бабушке Нюре похвастаться. Баб Нюра, твоя редиска в целости и сохранности. Еще она замутила с картошкой, поэтому, походу, у нас скоро будут маленькие щеночки. Опа, а вот и задание прошлось. Дедушка Игорь и бабуля Нюра вскоре поженились, и у них... Никто у них не родился. Но зато они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Господи, какая трогательная история, сейчас расплачусь. А вот картошка даже смог завести детей от редиски, но что с ними стало, никому неизвестно. Как трогательно, господи. А как же щеночки картошки и редиски, куда они-то пропали? Ладно, хорошо, жмем, завершено. Ух, мы с тобой закончили проходить наконец-то карту про Игоря в Майнкрафте. Блин, это было просто офигенно. Хоть Игорь мой лучший друг, и я все про него знаю, но это было все равно очень интересно. Ставь лайк, если тебе тоже понравилось, и обязательно напиши в комментариях, про кого мне пройти карту в следующий раз. А я выберу самый залайканный комментарий. Обязательно подпишись на канал и тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока!